Ну что ж, народ, добро пожаловать в Castle Modern. Напомню, есть еще одна игра, в принципе, похожая на нее, называется она, сейчас тебе покажу. Zombie Strike. А скрипты, все остальное одно и то же, только картинка отличается. Ну и тем, что там зомби, блин, мало. Чушь, да, бред. Ну, вот такая вот. Вот такие вот пироги. Почему она так медленно открывалась? Ну кто у нас там будет? Ты чувиха? Здесь какой-то хлам, как всегда. Зачем эти призывы нужны? Ну и здесь давай призыв. Оу, здравствуй. Ты кто? Сколько у нас тут максимум героев для начала? А, 70, вспомнил. А, нет, 90. Да уж. Открой ко мне секретик. Ну, вот это вот любопытная хренотень. Дракончик, привет. А вот дракончик меня заинтриговал уже. Чем мне там по героям, во-первых? У нас волшебная подпадла. Героев, которых нельзя опустить. И вот дракончик меня интересует. Ну, мы сначала этих хотя бы приподнимем, давай. Хотя вместо лучника драконов индюрить бы не помешало. Угу. Все, вспомнил беду этой игры. Дальше можно даже не думать. Заходим, смотрим. Посмотрели, получаем. Так, маловато. Ну хотя да, эти две игры, они же забыл. Довольно медленное там развитие, мягко сказать. Ну, удиви меня. И сияет. Сегодня шестой день получается. Какое достижение достигнуто. Так, ну вот только покупать вот эту вот хренотень я как-то не горю, блин, желания никакого не имею. Так, приглашение опять раз загадочное. Вперед. Это загадочный призыв. Понятно, что здесь купить можно, толку-то от этого только нет. Что у нас там по гайдику? Ну, уровень желательно поднять до какого? До 60. У меня, блин, сейчас какой уровень доходит? 59, скотина. Опа. Так, а сколько мне не хватает? Я не знаю, смогу ли сегодня поднять вообще его. Еще это как-то маловероятно. Так, мы героев сможем каких-нибудь здесь подзапендюрить. Четвертый опять, да? Дракончик. Ну, слушай, чувак, не знаю. Ты мне хоть и нравишься, но, блин, ты же не пятизвездочная зараза. И ты ко мне не входишь в общий подсчет. Так, пора 5 сердец. Да хоть 10, хоть 20, хоть 40. Достижение. 20 наборов золотого, а легендарного у меня нету, да, получается, пока что. Это надо по миссиям будет прошмандыгаться. Так, в письмах у меня там что? О, спасибо. Большое спасибо. Потом я уже не на запись сделаю по поводу арсенала. Мне
тут три вида вооружения надо тут, насколько я помню, в заданиях запиндюрить, да? На, крутить рулетку. А, раз. Еще раз. Спасибо, пока. Две битвы в рейде, победить именно. Два героических квеста завершить. Ну да, конечно. Сейчас все завершу. 8 часов. Да нет, у меня таких мощных героев. Достали вы меня уже. И такой вот нужен, да, защитный. А... можем. Только один пятизвездочный нужен был. Вот, блин, зараза. Я что-то тут... А, наверное, я автозаполнением, или как тут вообще ведется дело-то? Запрос себя. Остальное это да. Обычный призыв, он мне интересен. Получить. Три снасти давай выкаем. Послал бы это все куда-то, но не могу. Так, три битвы на арене, купи товар один раз на рынке, вот на рынок не надо по-любому. Так, здравствуйте, вы мне не нужны, вы мне не нужны. Хорошо, ботиночки я прикуплю. Не против, в принципе. Нет, это мне не надо. А, доблестный билет. Давай пыль возьму. В принципе, все этого хватает. Так. Победить в двух битвах, в рейде и три битвы на арене надо. Так, стоп. Пусть получается, мы можем таким макаром убежать. Любопытно. Хорошо, у меня снаряжение появилось. Можем ли мы это снаряжение кому-то припендюрить куда-нибудь? Ответ нет. Ой, зараза. Так, ну падло, все хорошо. У Филина тоже. У этого. Так, тогда у нас получается кто? Ты, девонька, как поживаешь? А вот теперь она хорошо поживает. Развить мы тебя можем? Блин, тебя хоть можем развить? Тоже нет. Ты японская блоха. В башне сможем кого-нибудь одолеть, как думаешь? А, ладно, квесты пусть выполняются. Так, пошли в башню. Может, хоть здесь что-то будет. Или меня здесь сейчас накилдырят. Так, 13 тысяч, да? Против 42. О, мы сейчас здесь подзаработаем. Наверное. По крайней мере, я надеюсь. Скорость увеличится. Ага, 60 уровень, вот зачем мне нужно срочно. Что это сейчас было? Я вот вообще не купил. Мне кто-нибудь объяснит вообще? Что, во-первых, у меня лучник делает, которого не должно быть. Я вот сейчас что-то вопрошаюсь вопросом. Что ты, дядь, у меня делаешь? Или он должен быть у меня? Не он. У меня кто-то другой был. У меня было три таких героя. Я специально все команды подбирал.
Зашибись. Это вообще как получилось? Так, окей. Я что-то не понял. Испытание. Объясните мне-ка это. Очень гинть. Да ёп. Ладно. Мы хоть и справляемся, но все равно. Мне нужна моя полная команда. Надо полная команда, кажется, будет немножко долговато, да? Рад за вас-то я, но я не могу понять, где у нас испытание. Так, стоять. Бояться. Что за нафиг такой? А вот этот вот герой вообще не в тему. Ой, я ж тут подобрал вроде идеальную команду. И нет. Так, стоп, кто у меня одетый? Да я посмотрю хотя бы. Что-то я как-то не вдупляю. Так, герои. Ну, ты одетый, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Не ты. А, этот шестой получается. То есть мы здесь не смогли собрать команду 3 на 3. А почему? Погодь-ка. То есть мне нужен еще один воин в команде. А почему я не смог собрать команду? Кто-нибудь не объяснит вообще? Я кому могу дракона поиспользовать? Они, в принципе, по силам все одинаковые, это я понял, но я не могу понять другого, почему у меня здесь этот, хотя мне нужен еще один боец красный. Ну вот, тебя можно, к примеру, заштамповать. Знаешь, я тут сейчас сижу, смотрю, у нас есть вообще-то вот такие вот дракошки, вот один дракошка есть, костяной дракошка есть. Они, в принципе, довольно слабые. Можно я смогу собрать с них команду потом? Так, может мы что-то сможем в храме героев сейчас замутить? Слушай, это что-то как-то... Алтарь героев, чего хочешь? А ты только разбирать хочешь, маньяка кусок. Храм героев, это не то. А... Пум-п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 ум. Трансформация, точно. Ничего нового не появилось. Нет, мы можем трансформировать сейчас эту девоньку. До четвертого, это понятно. Ну нет, до пятого довели. И здесь мы еще кого-то можем трансформировать. Ага. Орк-призыватель, как интересно. Еще пятизвездочный, да? Трех получился. Так.
Так, все, с призывами пока мы закончили. По поводу гильдии. Уже третий уровень. В рюкзаке-то у меня что такое, что ты мне там так волком воешь? Ну, я не знаю, стоит ли пытаться собрать даже себе пачку драконов. Как-нибудь вообще-то стоило бы этим заняться, ну ладно. Сходим, да? Ограниченное событие, вау! Ограниченные покупки, я бы так сказал это все. Пройти все события. Ага. Каким макаром мне вообще это сделать? Время обычного, черный кристалл до загадочных учений, да. Кстати, черный кристалл. По поводу призывов. Здесь можем призывать? Нет, не здесь. Это немного странно. Так, а где мы вообще можем призывать эту хренотень? Здесь что ли? Ага. Дракона. Любопытно. Замена героя. Если они только одной раз меняются, да? Кстати, можно попробовать авантюриста заменить на кого-нибудь. А, то есть это расходуется, нам показывает, на кого заменить можно. Я понял. Да, сохраним, да и все. Так, а филин, если... А, нет, не будем пробовать, теряется. Роспуск героя. Почему нету? У меня их до хрена. Ну ладно. А, вот в чем прикол. Можно хотя бы пооткрывать их так, кстати говоря, в птичках. Придется сейчас, наверное, куковать нам... Не, ну в первую очередь нам нужна компания, скорее всего. Это раз. Ну... Что, на компании запоролся где-то или как? Давайте посмотрим. Да, меня одолели, вспомнил. Значит, надо по башне прокатиться, прокачать героев. Ну, блин, тоже такое себе. Первых двух-то я по-любому оставлю. Но здесь у меня пока бонус довольно-таки хреновый. Мне надо вот этого заменять. И как можно быстрее. Что прикол, да, это мы броньку немного пододели, и что у нас уже выходит сразу. Ну ладно, в принципе, это сейчас не столь важно, сейчас главное, все равно придется башню проходить. На башню проходить. Дай-ка я тут немного тогда покумулякрутирую. Ну, 50-й, к примеру. Мы можем этого стрелка заменить вот на такого дядьку-стрелка. Нет.
пятизвездочных-то нету больше, ёлы-палы. А чё я тут думаю-то? Пока мне не появится пятизвездочный герой, нормальный стрелок, толку-то? Мы же дальше не прокачаем их. Ну, значит, будем качать тех, которые есть. Во-первых, тебя можем прокачать, лучника кусок. Да. ...60. Ну, придется арбалетчика тоже прокачивать. Как бы я этого не хотел. Идем в башню бесконечную. Там уже по 25 дается, в принципе. Все в норме. Да, отстойно, конечно. Я думал, вот что-то как-то тут поудобней, что ли. Ну, пока, да, я арбалетчик тогда прокачивать не буду, надо будет подождать героя нормального, что ли. Кого мне тогда прокачивать? А вот это вопрос, конечно, уже интересный. Сталка здесь быстрого боя нету. Ну, геморрой они делают довольно много, я тебе скажу. Особенно оглушение. Одно оглушение, смотри, что стоит. Нам нужно уже будет 400 нам этой херни, да? Кого будем прокачивать? О, панду, точно. О, не-не-не, хилера в первую очередь. Точно. Хилка нам нужна сильнее. Хотя насколько далеко мы сможем так упереться, еще не факт. Может, мы сейчас застрянем и никого вообще не прокачаем. А вот будет весело. Да. Дракончики как бы это хорошая вещь, но дохнут больно быстро. Что здесь надо подумать, стоит ли себе пытаться создать армию драконов. Ну хотя тут зависит все от бутылок, какое количество будет. Пока с ними напряг, мягко сказать, здоровый. Надо еще к тому же одного воина себе. Захомутать было бы неплохо. По миссиям надо прокатиться. Сейчас надо уровни поднять, а то мне там по миссиям дальше порвут. Хотя бы двум этим первым надо поднять.
Так, сколько я там уже набрал? Может, могу хоть кому-нибудь что-нибудь поднять, а? По меру себе настроение. Было бы неплохо. Это вот не вижу, когда сколько этих баночек, как-то, ну, блин, неудобно, что ли. Филин. Ага, 336. Понял. Чё ты хочешь? А вот это любопытнее уже. Лихие-то призы начинают давать, кстати говоря. Здесь тоже полезно проходить, интересней. Это уже забавнее, любопытнее. Так, мы на этом три волны хотим. Филина под лучшим. Я смотрю, его тут постоянно избивают. Че, дракончики, вы-то умеете? Но они по силе слабые, вот это вот мне не понравилось. Да, тяжело, конечно, здесь биться сейчас. И это только, блин, одна волна, да уж. Этим серьезно или медведем? С орками серьезно. Компания просто зашибись. Нашего фильмчика прокачаем или панду. Предлагаю вообще панду прокачать, она же у нас массовым уроном обладает. Да, у нас панда уже хороший массовый урон может сделать, значит ее прокачаем в первую очередь. И пошли прокачивать панду. Правда, я сомневаюсь, что мне это так супер поможет. Панда. Развить. Ну, до 70-ки я тебя могу уже поднять. Это хоть что-то радует. Ну, пошли дальше в эту башенку. Сколько там надо будет пройти нам? Получить. Нам нужно будет пройти как можно дальше, короче. Гениальный ответ, да? Далеко и надолго уйти бы. Не, ну лучника тоже прокачать придется тут. Без вариантов. Ну да, панда, конечно, все ДПС поднимает, когда это просто жесть. Вот хрен поспоришь. Не, мы за счет доспехов только вообще выиграем здесь. Насколько сможем мы далеко продумать, и вот в чем вопрос. Хоть и по 30-ке уже дается, но... Становится-то сложнее, блин. И не в один раз. Грифоны напоминают, скорее всего, пушных зверьков домашних, блин. Или это не грифоны, а вообще что-то другое. А
Они еще и хирятся от того, что меня бьют. Ой-ой-ой-ой-ой. Это нехорошо. Не сильно хилится, конечно, но все-таки неприятно. Добили. Так, нормальненько. Давай-ка еще одну волну. Сейчас, короче, до максимума попробуем пройти, потому что будем думать, что как улучшать, потому что у меня денег-то и других материалов вряд ли хватит для следующего, так сказать, улучшения. Об этом как-то я не задумывался. Да, лучника тоже надо прокачать. Ладно, народ, я пока на этом закончу. Давай посмотрим в смысле, какой у нас здесь будет враг. Уже 22 тысячи. А у меня пока 44. Ну, возможно, мы еще сможем куда-то далеко так укатиться. Посмотрим, посмотрим. Ну, да, пузырьки-баночки нужны. Никуда не денешься. Всем удачи, всем пока.